повторим. Как слышно? Прием! Только этого мало, фантазер! Ты снимаешь видео? Да. Не Всем привет, мои дорогие подписчики, френд-странички. Меня зовут Ирена, и здесь начинается моя история. Во Фрэнс я попала с третьего раза. Бывало так, что просили, чтобы я лично, допустим, спела «Фантазер, ты меня называла!» И, как правило, люди встают. Иногда это бывает, что они встают и куда-то уходят, правда, ну... Приходите во Фрэнс, потому что здесь всегда весело. Фантазер, ты меня называла! Очень разнообразная публика. Наверное, их всех объединяет мы. С нашей помощью они могут петь, выпивать. Посредине недели в Риге сходить некуда. В то ли дело Friends Club, мы открыты каждый день. Фантазер, только этого мало. А у нас работает не только бар, но еще и кухня, где готовят, ну, такие блюда. Прям заедение. Я на самом деле нормальная я. Про руководство, что можно сказать про руководство? Ирина, Валентин, я вас очень сильно люблю. Я буду послушным работником. Привет! Вот.